сейчас в Институте микробиологии, это одно из производств, где будет в широком плане внедрены новейшие технологии, разработки, научные исследования, и дальше эта продукция пойдет в народное хозяйство. В первую очередь, конечно, в сельское хозяйство. Совсем недавно мы здесь открывали центр, тоже научно-практический центр по производству новейших препаратов для животноводства. Сегодня аналогичный центр, научно-практический центр по разработке новейших препаратов для отрасли растениеводства. Это для различных культур, препараты и регуляторы роста, и стимуляторы роста, и для защиты растений и так далее. Целая линейка. Сейчас биотехнологическая отрасль в мире очень бурно развивается. Это, вот, например, две отрасли – IT-технологии и биотехнологии. И примерно они на равных развиваются, и примерно дают одинаковый эффект. Но если IT-технологии требуют меньше затрат, там требуется компьютер только и программное обеспечение, то здесь вот такое сложное оборудование надо установить, создать. Это стоит недешево, но окупаемость десятки раз, конечно, превышает эти затраты. У нас цель в каждом институте иметь производство инновационное. И, как я уже подчеркивал, не просто выполнение фундаментальных исследований и прикладных разработок, но и создание производства и продажи продукции. Сейчас мы полноценно начнем работать, и я думаю, что проектная мощность 25 тонн в год сухого препарата и 43,5 тонн жидких препаратов для растениеводства будут нам под силу. Тем более, что мы ведем переговоры с биотехнологической компанией, белорусской национальной, что, возможно, наши ингредиенты войдут в состав их комбикормов. То есть это будет для нас хороший рынок, скажем, ну а для них это все-таки импортозамещение какое-то. Поэтому это будет взаимовыгодно, и я думаю, это все вместе в копилку что-то даст для нашей страны.